Мне очень нравится танцевать, учить танцы. И я и пью своих учителей, которые меня учат танцевать. Я 3 года хожу в ансамбль «Тесели». Мне очень нравится. И ребята здесь очень дружные. И я люблю своих учителей. Сегодня 30 лет нашему ансамблю, юбилей. Мы будем выступать. Мой самый любимый танец – агрова. Я люблю танцевать. И мне больше всего нравится девчачий танец. Мне очень нравится ходить на танцы. Там нам объясняют нашу культуру, как правильно танцевать, как любовь к танцам. Я очень сильно люблю выступать и хочу, чтобы нас показали по телевизору. Тесели ансамблі мен үшін, менім балам. Тесели ансамблінің есас мақсады бұл ғайрыдан тіклемек бала қырым татар ойынын. Бізде ойын, қырым татарларда ойын мектебі ең. Шын үшін мен ойын мектебі деп саям. Не үшін десеңіз, біз оларға ұзын милли ойынларыны ве музыка мединиетіні ашылаймыз. Для меня наш ансамбль, прежде всего, это огромная дружная семья. Этот ансамбль, как мой отец говорит, мой ребенок. Вот. И для нас также, как для продолжателей дела отца, также является ребенком. Наши дети, мы их любим, как родных. Самая большая победа нашего ансамбля, я думаю, что это наши талантливые дети. То, что мы, конечно, хотели бы, чтобы все, весь наш народ умел танцевать наши крымско-татарские танцы. Сабырсызлық ендекленілген күн келді. Ве бүгін теселі ансамбліміз 30 елық юбилейіне қайдете. Ве бұл біздер ана-бабалар үшін, балачықларымыз үшін тек бұйық вақия, қуанчылы ве ейджанлы вақия. Мұнер ағамызға оның истидатлы Дүлбер Гүзел назик қызлары қошылды. Бұл біздің Айша ве Майре ожаларымыз. Сізлерге, әпіңізге муваффакиятлар тилеп, узун бахтлы омур ве келечек неселерге да күчүңүз, салгыңыз ве илхамыңыз жетсин. Бул ансамбльдер бек пайда бери биздин милletimizге. Мен бул ансамбльге тап башындан катнама башлаган эдим. Биз чалайдык. Башта чалгы группа бар эди мында. Биз чалайдык, балдар ойнайды. Шуну мен кызымда. Мы очень рады сегодняшнему событию. Сегодня мы отметили 30 лет нашего ансамбля. Это огромный вклад в национальную культуру. Огромное спасибо нашим педагогам.
море впечатлений, море эмоций. Мой ребенок с таким большим энтузиазмом ходит в этот ансамбль. Дай Бог им большое процветание и много-много еще вот таких вот радостных событий в жизни ансамбля «Тесели». Вот, концерт был очень хороший, очень все довольны. И мы рады, что у нас есть в Крыму такой ансамбль. Үгіретмеге, біз балаларын үгіретмеге өзіңіздің мәдениетке, санатқа ве дан тәрбиелемеге өзіміздің менталитет боларак. Цели. Конкурсы, фестивали. Мы хотим побеждать. Первые места, гран-при по всему миру, чтобы знали, кто такие крымские татары.